have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет! Сегодня пойдем в Death Run. Тут новый сезон начался, посмотрим, что у них новенького, что они могут нам предложить. Должно быть что-то интересное, как по мне. Что скажешь? Да. Будет или не будет? Будет. 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 Так, Poison Sky, эта карта уже была, ну, как мы уже успели заметить, мы тут полминутки побегали уже. Добавили кристаллы, добавили... Возможно, новые карты. У тебя эта аура была? Да. Я не помню, где ловушки. Вот ловушка. Я тупо умер. Ты? Да. Это я. Нет, это я. Халахи, вы чем все боитесь туда идти? У призраки взывают к вам. Let me out. Так, ребят, а что такая музыка громкая? То есть даже ведущего еле слышно, мне кажется, или вроде как не было такого раньше. Не, не было. Ох. Смотри, как они все боятся. Ну, потому что они еще живые. Да и что, но тоже живые, просто в другом измерении. Много бесплатных, нет. Взять я эту штучку не могу, понятно. А прикинь, если бы ты смог взять эту штуку? Да, было бы вообще читерски. Checkpoint reached. Checkpoint достигнут. Checkpoint. Два живых бегуна осталось, вы издеваетесь. За ними рука кончится. Надо посмотреть, что за кристаллы дают, что это такое вообще. Это наподобие алмазов, только не алмазов. Спасибо, Кэп! А чего так быстро? У меня какой-то один билет, 16 кристаллов. А, я понял, зачем тебе кристаллы. Каждые 25 кристаллов мне дают награду. Шестой сезон. О, погоди, это Battle Pass шестого сезона. Да. Осталось 8 дней! Фига мы опоздали. Мы такие, заходим, тут новый сезон. Бах, осталось 8 дней до конца сезона. Что? Да, ну вот такие вот, вот такой из нас новостной канал, да. Я бы мог взять что-то наподобие подарочка, откуда я бы взял кучу бесплатных джемов. О, стали объявлять киллера таким образом. По-моему, такого тоже раньше не было. Это прикольно. А, последний, кто умрет, тот будет раннером, да? Нет, просто сверху стала появляться картинка, типа, кто будет... Опа. Это нечестно! Закройте! Спасибо. Спасибо. Благодарю. Опа! Пум! Удудум. Слушай, смотри наверх. Оп! Смотри наверх. Да, прикольно. Салюте. Понимаешь, просто я поел буррито и все. Checkpoint reached. Так, а тут что за ловушка? Я, кстати, не уверен. Не то, что не уверен, я прям таки не знаю. А! Фу, блин. Нет! 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 Я туда прыгнул, чуть не сдох. Я обратно... А обратно уже не допрыгнул, ладно. Ой, я чуть не сдох. Тут дырка была.
Неожиданная дырка. Прикинь, название серии «Неожиданная дырка». Смотрите только на нашем канале. Эпичное название. А, ты что-то быстренько немножко, знаешь. Вот и мне кажется, что что-то как-то слишком. Рука еще далека? У нас еще есть время. Ты че, не туда? Почему не туда? Тут монета. Тут вообще шорткат. Давай, иди туда. Я тут постою. Опа, сканером кого-то отсканировали. Он обратно повернется. Я так и знал, меня чуть не убил сканер. Ты что, живой еще, что ли? Да. Совсем офигел? Блин! Че, отъехал? Как же вовремя. А что он сделал? Что? В общем-то, очень быстро крутилась эта дощечка. Я прыгнул не вовремя. И прямо в лаву. И именно в этот момент дощечка прямо передо мной остановилась. Ай! Меня дважды убили, вы че? Как можно убить призрака, вы не офигели? А где сейчас музыка? Или у призраков нету музыки? Это наказание такое. У меня есть музыка. Меня убили третий раз, нормально. Я тоже хочу умереть. Опа. Опа. Так, чувак, давай, беги. Я три раза умер, знаешь. Поздравляю. Четыре раза. Погоди, два бегуна осталось. А, мне не дали кристалл взять. Ладно. Кто? Погодите, кто выиграл? Well done. Как мне посмотреть мой инвентарь? Никак. Не знаю. Я хочу посмотреть мой инвентарь. Его нет. Играть в Death Run общее количество 240 минут. Я по пути к этой ачивке, да. Получить джемы, опасные сокровища. Прикольно, блин, за это хорошие призы дают. Итак, гора смерти. По-моему, вот этого раньше не было, да? Да. Это какая-то новая карта, прикольно. Ты же знаешь, что мы только что на ней играли, да? Ну, я только что это подозреваю, просто... По крутящим штукам я понял, что это она. Ну, просто я говорю, что раньше этой карты не было. Бам! О, спасибо. Что вы, как крысы все пытаетесь украсть мои джемы? А, только ты их можешь взять. Нет, все могут их взять. Нет, стой, на этой карте тупо нет музыки. Это новая карта, но на ней просто нет музыки. У меня есть музыка. У меня нет музыки на этой карте. У меня есть. Ну и что, тебя залагало. Давай-ка я выпущу этих букашек. Пусть летают. Пусть. Блин, их всех зажарило. Все, можно утопать дальше. Причем звуки-то все остальные у меня есть. Вон, слушай, люди ногами рядом топают, со мной все дела. Летают. Это мои питомцы ручные, смотри. Оп, оп, хоп. Оп, хоп, хоп. Не, я теперь туда не пойду. За этими джемами. А я пойду. Ну их нафиг. Слишком заманчивое предложение. Убирайте шипы, все. Ты... А, тут еще... Тут огонь. Нет. Нет. Как я в щель провалился-то? Я тут тоже почти провалился. И еще не я один. Вот это вообще как? Ой, я чуть не умер. Там щель есть. Чертова щель, это как вообще? Блин, вы издеваетесь. Где сканер? А? Я сканеру говорил, чтоб он поехал. Уил. Где там эта рука? А, вон она. Как эта девушка уже до финиша дошла? Она уже выжила? Да. Как? Ну, значит, она... Есть, она победила. Неплохо. Вот я сейчас посмотрю, если будет другая карта. Ну, я надеюсь, что будет сейчас другая карта. Не три же раза подряд.
Эй, погоди, я только сейчас заметил, весь остров изменился. Все, лобби полностью изменилось. Помнишь, город раньше выглядел по-другому? Да. Там была речка посередине, сейчас они убрали речку, сделали просто море. Офигеть, они полностью переделали лобби, я только сейчас это заметил. То есть, ну, даже не знаю, мне кажется, что то старое, мне нравилось чуть-чуть побольше, что ли. А сколько это чем? Много. Я хочу, чтобы ты попробовал. Вот, опять масло. Же, это новая карта. Это новая карта. Хэллоуинская. И тут get есть ready. Музыка, между three, прочим. Two, one, run. Just three runners а? Left. Nice. Чувак, чувак ливнул. Слушай, ты можешь купить карту и мозг. Well done. Танцы, могу. Личи. Но не буду. На 25 уровень. Какого фига, ты второе место, а я шестое место. Надо найти, где на этой карте голосование. Ты на той карте, я помню, на этой я первый раз вообще нахожусь. Тоже можно голосование идем. Черт, как всегда, старший блажок. Где? Я понимаю, как? Я не знаю, где. Да, давайте эту же карту повторяем. Ох, надеюсь... Ядовитое виню. Надеюсь, он ливнет, и я буду уже первым местом. Надеюсь. Get ready. Вообще, я впервые сел, когда иду до финиша. Меня никто не трогает. Спорим, я не умру. Давай. Прикольно. Тупо ломанулся вперед. Ты что, сдохшим? Да. Меня подставили. Ха-ха-ха! Чувак, красава, пробежал! Именно эта девушка, рядом с которой ты идешь, она меня подставила. Юная подставщица. Три чувака осталось, ты серьезно? У этой девушки я умер. А, нет, нет, мыши, 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 черт! Я думал, он за первым охотится. Она что, умерла? Нет. Я оставлю это без комментария. О, кристальчики 2! Спасибо. До свидания. Ты уже можешь взять первый приз из кристаллов. Ну-ка, ну-ка. Ха-ха-ха. Убей убийцу поскорее. Я не могу, я призрак. У меня нет оружия. Живее всех живых. Привет, чувак. Понаблюдаем за убийцей. Просто. Последняя ловушка. Чувак такой, а куда бежать? Куда бежать? Фига, неплохо их испытали, общем, кстати. Можно голосовать. А, вижу, вижу. Древние джунгли хочешь? Да, древние джунгли. Потому что я знаю, well да, все свои три пальца. Как все свои три пальца, да, ленивец? Да. Так, а вот.
Опа! Я в нее тыкнул флаг, все нормально. Мне эта карта называется Римский Гуа. Файн Хайдвей. Слушай, неплохие карты. О! Да! И это новая карта. Офигеть, сколько они нового завезли. Я всех убью. Ага, фиг тебе в нос. Ты уверен? Get ready. 3, 2, 1. Run! Wipe out. -3. Ну все, чувак от тебя сбежал. Не. Блин, почти. Я всех убиваю на своем пути. Никто не сможет. Чекпоинт. Я попытаюсь как можно можно быстрее убить эту такую рыжую девушку. Ну только не лезь. Хорошо. Умри! В смысле, как? Что, как? Она сдохла? Как это? Нет, она не умерла. У меня она за... А, да, она не умерла. Да! Второй чекпоинт. Ай, блин, я не допрыгнул. Из планов именно она, потому что она предала меня. Ну чуть-чуть не допрыгнул, ну капелечку, ну чтоб тебя... Я тебе сказал, не лезь. Да я не про тебя, я умер не из-за ловушки, я умер из-за своих кривых рук. То есть она пошатнулась, но не сдохла. Она меня так бесит. Ой, тут столько чекпоинтов. Чекпоинт. Бум! Да! Я ее убил! Да! Она умерла! Я уж думал, что она сейчас встанет, серьезно. Да! Я выиграл. Один чувак остался. Да, я выиграл. Наверное, да. Мне просто слишком долго висела надпись, что остался один игрок. Наконец-то! Я хочу уровень сегодня получить. Я хочу уровень. Нефиг вам выигрывать, твари. Слишком долго живете. Блин, ну вот если бы ты не лез, то я бы дал тебе выиграть. Потому что моя задача была просто... О, тут есть награды за выигрывание как убийца и как раннер. Прикольно, ну, то есть логично. О, следующий ты. Ты теперь убийца. Опа! Убивец. Это опять новая карта, я не знаю, как здесь ловушки работают, ладно. Я знаю, как они активируются, я не знаю, как они работают. Я помню эту карту, я помню все, что здесь надо делать. Wipeout! Да, чувак! Это очень круто. У вас четверо осталось сразу же. Лол. Нет. Ты аж ко мне прилетел. Просто такой... Слушай, кажется, это рыжая девушка с новым концертом, я так думаю. Да ты офигел нафиг! Как ты по тонущей по... А-ха-ха-ха, ты чё? Блин, он меня слишком сильно затроллил, погоди. Да ну идите нафиг! Они меня троллят, так, всё, надо осторожно. Жди, когда люди дойдут до центра ловушки и не успеют вернуться назад. Тогда активируй ее. Я не знаю, что эта ловушка делает, насколько она быстрая. Сейчас посмотрим. Checkpoint reached. Есть. Он не умер.
Последний остался. Давай, 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 чувак, давай, сдохни. Я не знаю, что. Я не знаю, что делают эти ловушки, понимаешь? Я не знаю по тому таймингу. Эти люди с копьями будут стрелять. Ах ты тварь! Ты не офигел! Явно офигел. На, сдохни, собака. В смысле, еще один остался? А, нет, все, нормально. Я уж думал. Да, левел ап. Есть! Забери свой приз из фотона. А где его забирать там? Ну, мы жми на эти джемы, где шестая сезона. А, вот, Claim Reward, да, есть такое. Ты можешь второй тоже взять. Просто нажми на кнопочку. Желтую, да. Есть. Дайте не могу. Ладно, ребятушки, такие побегушки получились сегодня. Досталось нам поиграть и за ту сторону, и за другую. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем победа. Всем победа.